Я вас приветствую, с вами Факмет, ваш любимый, обожаемый. В общем-то, сегодня у нас будет еще один розыгрыш. Последний у нас был неделю назад, и кому-то он не очень-то зашел, потому что, как мне сказали, ну как-то не очень, не жирный аккаунт, да. Ну раз не очень, то держите очень, потому что сегодня у нас 4 икса, мать вашу, 4 икса, 2 из них прокачаны на фулл. Третий почти, ну а четвертый фулу не нужен, потому что вы знаете, как она разносит лигу и без 6 звезд. Кайда, значит. И, кстати говоря, 4 икса, и у каждого уже готовый сет. Статы, может быть, не лучше, но в принципе сойдет. Кайдос. А, здесь, кстати, медали, да. Ну, такое, ладно. Ну и Луфи, в принципе, не нужен, вы знаете, Луфи. Ух уж этот Луфи. Он и так разматывает. Сойдет. Я бы даже сказал, неплохо. Очень даже. По статам. Джек, кстати говоря, на 6 звезд почти, почти. Тоже хороший БФ. Советую его качнуть. Ну и здесь сетик, в принципе, тоже неплох. Что у нас тут еще есть? Рейли, Кит, Саба. Кинг почти на 5. Окей. И вот такие вот степы почти на 6. Какие-то играбельные. Это как Коби, Ороби, Урок тоже, в принципе, играбельный. Ну, а какие-то это чисто для саппорта. Кстати говоря, Квин тут есть. Параша. Мамка на 5. Ну, это для любителей пошалить. Ну, в общем-то, вы сами видите. Но условия, как всегда, просты. Быть участником моего Дискорд-канала. Быть подписанным на меня в Ютубе. И иметь открытые подписки. Не будете иметь открытые подписки, я не смогу узнать, что вы на меня подписаны, и просрете аккаунт, как уже было не раз. Поэтому советую проверить. А в комментариях пишите подписан, подписан, и свой тег и ник в Дискорде, чтобы я смог проверить. В общем-то и все. Результаты будут через неделю, понедельник. Скорее всего на стриме, я постараюсь на стриме, а не как в прошлый раз в Дискорде. Неделя, потому что аккаунт действительно жирный, и я вот это видео выложу еще и в ВК, чтобы люди тоже увидели. Потому что, ну, действительно жирный аккаунт. Человеку, который дал его, огромное спасибо за то, что такие жертвы делает. Не знаю, это очень хороший поступок, скажем так. Я бы, конечно, аккаунт продал, но это я. А он такой, в общем. Ладно, не суть. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, участвуйте. Ну а с вами был я, Факмета. Всем пока.